Но бывают и совершенно неожиданные вопросы. Скажите, пожалуйста, вы сможете мне помочь? Пожалуйста. Я потеряла мужа. Присядьте, пожалуйста. Спасибо. И давно? Час тому назад. Не беспокойтесь, гражданка, ваш муж найдется. Граждане покупатели, если вы потеряли друг друга в нашем универмаге, встречайтесь в центре второй линии у фонтана. Да, нетрудно потерять друг друга среди этого множества галерей, лестниц и переходов. И порою долго длится ожидание у фонтана. А эта гражданка уже начинает нервничать. Но напрасно. Хозяйственный муж приготовил ей сюрприз. Вот на что ушло 2 часа. Причина, как видите, уважительная.